После второго поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, в тот момент еще действующий тренер Ковалева, Джон Дэвид Джексон, выглядел так, будто заранее знал, что его боец проиграет, заявив в интервью, что через некоторое время он расскажет, почему Ковалев проиграл Уорду. И хотя этот поединок был ошибочно остановлен, Джексон заявил, что так или иначе этот бой все равно завершился бы победой Уорда. «Я больше не его тренер», заявил Джексон, «я знал, что во втором бою Уорд будет теснить Сергея, потому что, если ты дашь Сергею дистанцию, у тебя проблемы, Уорд очень умный боксер, поэтому он начал теснить Сергея, мы могли выиграть реванш, но Сергей начал зарабатывать хорошие деньги и стал самодовольным, он больше не хотел тренироваться, с каждым новым лагерем был все хуже и хуже», сказал Джексон в интервью.